В гимназии номер 88 началась активная фаза капитального ремонта. Аварийное здание школы, которое было построено еще в 1955 году, разберут до фундамента, а затем построят заново. Демонтаж стен здесь уже начался. Зрелище взволновало омичей, однако, как объясняют в мэрии, все работы были запланированы и согласованы. Обследование инструментальной гимназии показало, что несущая способность стен, перекрытий, она практически близка к нулю. И, соответственно, выполнять мероприятия по усилению их, это какие-то ставить обоймы, в металл это все вешать, это и экономически нецелесообразно, и с точки зрения безопасности тоже нецелесообразно. Поэтому было принято решение переложить частично кирпичную кладку, заменить, там, восстановить перекрытие. У нас это не 100% вкладка, где-то процентов 90 будет это, выполняться эти работы. Часть стены будет усиляться, где лестничные марши. К демонтажу объекта приступили после прохождения всех экспертиз. В декабре одобрили техническую документацию, а в марте – сметную. Здание было построено хозспособом, поэтому требует кардинальных мер по восстановлению. Когда вот начали демонтажные работы, первые по первому проекту, выяснилось, что и перекрытия были неправильно закреплены, не было, и большие трещины в стенах, и это было нецелесообразно уже восстанавливать, потому что несущая способность стен все-таки она уменьшалась. Демонтажные работы здесь должны закончиться в конце апреля. Затем, до конца лета, планируется усилить фундамент, возвести прочные стены. Также в числе работ – восстановление кровли, установка новых окон, восстановить систему отопления. Закончить все работы планируется в 2025 году. На капитальный ремонт по муниципальному контракту потратят почти 400 миллионов рублей из городского бюджета.